Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как мне муж сделал вот такую этажерку для клубков, чтобы вязать жаккардом. Значит, вверх и низ сделаны из остатков от столешницы. Также вот эти передние планки и боковые. Здесь планку не поставили. Я вам объясню почему. Корзинки были куплены очень давно в Леруа Мерлен. Стойки у меня были кустодержатели. Диаметр их 8 миллиметров. Но лучше всего использовать круглый брус. Десятимиллиметровый, потому что саморезы сюда вгонять очень проблематично. Как она разбирается? Значит, для того, чтобы снять, допустим, корзинки эти, если понадобится, поэтому в самой верхней планку не делали. Вытаскиваем корзинку. Вот и остальные вытаскиваются. А можно вытащить вот таким образом. Вот. Следующая поднимается уже свободно. Ну, проблем нету, чтобы вставить и вытащить. Значит, как вы видите, наверх можно тоже кое-что положить. И как пряжу там разложить. Так, в корзинках пряжа. Теперь я вам расскажу, как можно использовать спицу и эту этажерку. Значит, я купила 6-миллиметровые спицы. Снимаем корзинку. Так, вставляем. Теперь берем сантехническую прокладку и устанавливаем на спицу. Так, на спицу надеваем моток. И второй конец вставляем в корзину. И надеваем прокладку. Но сильно не затягивайте, иначе спица может выгнуться. И корзинку вставляем на место. И вот нитка разматывается, а спица не крутится. Пряжу на спице можно поместить и в любую из этих корзин, а в свободную поместите уже, допустим, какую-то часть вашего связанного изделия для хранения. С такой этажерки можно вязать в 4 цвета, а то и больше. Если, допустим, положить клубок и на спицу надеть дополнительный, уже 2 цвета здесь. Надеюсь, данное приспособление кому-нибудь пригодится. Удачи вам! Спасибо за внимание!